Искусственный интеллект – это способность машины или программы решать задачи, которые человек пока выполняет сам. Эта система устроена как наш мозг, хотя простые операции для человека машине делать намного сложнее, так как ей требуется огромный объем данных для обработки. Но в последние десятилетия развиваются технологии, которые позволяют это сделать быстрее. Вообще в искусственный интеллект обычно входят какие вещи? Во-первых, это распознавание. Это нейронные сети, это базы знаний и принятие решений на основе этих знаний, да, то есть, например, вопросно-ответные системы, экспертные системы. Также это системы, позволяющие анализировать данные. Искусственный интеллект упрощает жизнь человека и берет на себя его рутинную часть. Применение новым технологиям находят не только в производственных процессах, но и в быту. Поэтому многие люди опасаются, что скоро искусственный интеллект заменит естественный. Окончательного вытеснения никогда не произойдет, потому что все-таки очень далеко еще. То есть искусственный интеллект – это технология. Не надо строить иллюзии о том, что это вот Skynet, да, или там Матрица. Это, до этого еще очень и очень далеко, и на самом деле виноваты в этом будут исключительно люди, которые будут разрабатывать что-то такое, если они решатся. А по факту искусственный интеллект – это просто как бы, ну, умный алгоритм, назовем это так, и это еще долго так будет. Искусственный интеллект не предназначен на замену людям, он только расширяет наши умения и возможности. Алия Гарипова, Альмира Зиадинова, Универньюз.